Первое направление, по которому школьники проверили свои знания – электроника, радиотехника и система связи. Звучит сложно, но на деле не страшит даже самых юных электроников, ведь они уже сейчас видят свое будущее в физике и интересуются конкретными серьезными вопросами. То, что как схемы сделаны, то, что получается как отплаты, и на них вот эти линии из проводов. Учащиеся с 7 по 11 класс. У каждого из них только одна задача и 235 минут для того, чтобы ее решить. По степени волнения многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда» многие сравнивают с репетицией ЕГЭ. Однако задания здесь более углубленные. Традиционно их разрабатывают преподаватели вузов-соорганизаторов. И делают они это совместно с профильными специалистами. На этот раз в их числе объединенные авиастроительная и судостроительная корпорации и Росэлектроника. В этом году еще больше количество участников. В этом году еще больше работодателей приняли участие в разработке заданий олимпиадных. В этом году мы в полной мере получили от Министерства образования и науки Российской Федерации финансирование для того, чтобы потом наградить каждого из победителей и призеров. Однако, как отмечают многие школьники, главный плюс успешного прохождения Олимпиады «Звезда» – возможность получить 100 баллов за единый госэкзамен или дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Самый главный совет – это никогда не волноваться о том, что я сказала, что никто никого ругать не будет. И второй совет – пробовать себя во всем и выкладываться по максимуму. После выполнения заданий все работы будут отсканированы и отправлены в единую точку проверки работ, а именно в Санкт-Петербургский университет LTE. В течение 3 недель эксперты проверят решения ребят и оценят каждого из них, после чего подведут итоги. На следующий день школьники писали олимпиаду по направлению «История», которая традиционно пользуется популярностью. Ребята признаются, что задания были повышенной сложности, и для решения олимпиады к ним нужно было подойти творчески. Задания в основном были написать мини-сочинения на какие-то исторические темы. Были написаны какие-то определенные слова, которые должны были быть упомянуты в сочинении. И вот по ним нужно было написать сочинение, обращая внимание на карту. Большинство участников планируют в будущем сдавать ЕГЭ по истории. И это одна из причин, почему они пришли на Олимпиаду. Так, десятиклассник Сергей Орлов признается, что это его любимый предмет. И для того, чтобы в очередной раз проверить свои знания и заработать дополнительные баллы, он пишет Олимпиаду «Звезда». Если ты хочешь узнать, почему и как ты здесь оказался, в принципе, почему и как вообще все в мире устроено, я считаю, что история может ответить на эти вопросы. Заключительный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» продлится до 17 марта. Школьникам предстоит проверить свои знания еще по 14 дисциплинам, после чего будут выбраны самые лучшие. А торжественное награждение челябинских школьников пройдет в Юргу.